Мы приветствуем вас на 6-м открытом всероссийском фестивале-конкурсе инженерно-технического творчества «Марш Победы», посвященного 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Опустился на глубины и поднялся до небес. Позабыты хлопоты, остановлен бег. Колыбают роботы, а не человек. До чего дошел прогресс? Труд физически исчез. Да и умственный заменит механический процесс. Позабыты хлопоты, остановлен бег. Колыбают роботы, а не человек. Позабыты хлопоты, остановлен бег. Колыбают роботы, а не человек. Чего дошел прогресс? Было времени в обрез. А теперь гуляй по свету. Хочешь песни, хочешь без. Позабыты хлопоты. Организация данного мероприятия, скажу в целом огромное спасибо, очень высокое, потому что нам есть чем сравнить. Мы были и на России, город Клин, в феврале Московской области, мы в Иркутской области постоянно участвуем во всех практических соревнованиях, поэтому есть чем сравнить. Достойнейшая организация, судейство, оформление, питание, продумано все до мелочей от нуля и до конечной точки. Поэтому выражаем благодарность организаторам огромную. И теперь мы будем постоянно не только дистанционно стараться участвовать, но и всегда пребывать в городе Улан-Удэ. С огромным удовольствием приняли участие. Результатами своими не совсем довольны, но в целом довольны тоже. Спасибо огромное.